птичьи небеса. Я захожу в магазин, там стоит торговец, и кровь отошла от лица. Тяжко вздохнул, помолчал и сказал, наконец: если ты хочешь купить 300 грамм колоссал, то я обязан продать тебе сей. Приезжал и понес осторожно домой. Бабушка радостно крикнула: ай, ну вот что случилось со мною однажды весной.